Меня зовут Антон. Я хочу сейчас сыграть такую игру. Очень интересная игра, но многие говорят, это игра типа плохая. Нет, я считаю, что эта игра очень хорошая. Ну, не в полной мере. Почему, скажите? Просто получается, это игра Tower Defense. Многие говорят, Tower Defense — это плохая игра. Я с многими не согласен. Но при этом все-таки я Tower Defense поснимаю. Я говорю, что Tower Defense — это полная какашка, но все-таки я поснимаю, потому что я в Tower Defense давно играл. Очень давно тогда играл. И я очень люблю. Если хотите, пишите, какие игры снимать, кроме с интернетом. Например, как Clash Royale и Brawl Stars. И еще такие игры, которые пишут, что типа интернет. Интернета нет, хоть интернет небольшой есть. Не обращайте внимания. Тут было немножко неплохо. Ну ничего. Смотри, я тут хорошо вижу, что проходит. Нет ничего. Я нажму сразу, не получается. Значит, надо тут прокачать. А как раз. Найти нижнюю кнопочку. Видите, я решил. Рестарт. Да, я тут ошибся немножко. Ну ничего. Пока что так качаю. Сильно бью. Дамага. Пока что ждем. Пока что себе передвину, посмотрите. Он хорошо справляется. Не обращайте на другие звуки. В следующих видео не должна этих звуков быть. Я тут там на следующем видео хочу помонтажить. Еще одна вещь хочу рассказать. Есть у меня вот этот Герус. Я в прошлом видео тоже рассказывала. Хороший ютубер. World of Tanks снимает. Видео классное. Делает стримы со своими подписчиками. Подписывайтесь. На 1000 подписчиков будет у него розыгрыш. У него уже 900 где-то 30. На этот момент, пока я выпущу видео. Может и больше. Я хочу еще одну вещь сказать. Я буду снимать не так часто, как другие ютуберы. Например, я смотрел Кристалла, и он там выпускал каждый день серию. И что такое? Нет, я не буду так сильно выпускать серии. Видите, я покрал. Я не буду выпускать так часто серии. За это извините. Я не могу. Арестарт волна. Сейчас я тут переверну эхо. Видите? Так. Сейчас я получу монеточек чуть-чуть. И качаю себе. У него должен быть очень большой дамаг, но не знаю. Да, убивает с первого удара. Он только сундук не уничтожил. Сундука дает очень много монет. Сейчас должен пробегать, да. Вот проблема есть на вот и для меня получается. Сейчас в этой игре немножко лагает, виснет, извините. Я попробую в следующем видео на своем телефоне все почистить и сделать, чтобы видео не лагали.
Пока что смотрите, тут мы выносим, но проиграем. Потихонечку проиграем. О, начинаем босс-волна. Это будет очень сложно, потому что на босс-волне у некоторых есть защита. По ним не попадаешь или не убиваешь. Вот, видите, босс бежит. Не могу я босса убить. Или повезло, мы босса уберем. Я качаю именно снова ДПС. Ну, я так смотрю. Следующий должен быть лучником. А еще следующий должен быть убийцей. Значит, он будет вблизи бить. Да, рестарт. Не получилось у нас эту волну пройти. Один прошел. Я считаю, что это очень хорошо. В этой игре много чего есть. В этой игре надо очень много доработаться, в этой игре надо еще много чего сделать, но видите, все равно не прохожу этот уровень, слишком сильный, скажем так. Вот здесь они, видите, левел 80-й тут нужен. Я до сих пор не разбирался в этой игре. Да, я снова рестарт на основу. Волна босса. Пока ждем. Должны пройти эту волну и откроется новая карта. Точно не скажу, но должно быть так. Видите, босс умер, но все равно двое прошло. Я думаю, что надо увеличить дамаг сейчас будет. Я думаю, что еще одна вещь. Пройти уровень этот будет очень сложно. Но я думаю, что сейчас... Мы сейчас снова попробуем. Я думаю, сейчас наш герой убьет еще 2-3 моба, и все. Мы сможем прокачать. Смотрите, у нас сейчас 49, 50. Все. Я сейчас остановлюсь. Смотрите, я сейчас остановлюсь. Я снова начал. У меня тут была проблемка, да. Все. Вижу, тут какие-то мобы сильные появились. Эти какие-то такие китайцы. Я думаю, что сейчас... Сейчас убью Зайзакро. Остановлю. Видите, волна закончилась. В следующем видео пройдем следующую волну, и я подучу чуть-чуть тут на тренировках.